Привет, дорогие друзья! И сегодня мы будем делать мейкап из нашей сумочки. Так я его назвала, потому что я не собираюсь сегодня использовать кучу профессиональных средств, всяких кисточек и так далее. То есть сегодня мы будем использовать все то, что может уместиться в нашем маленьком клатче, в сумочке, либо в маленькой косметичке. Итак, давайте приступим и посмотрим, что у нас получится. В сумочке каждой женщины обязательно найдется пудреница. Сейчас я использую пудру Sisley, тон номер 3. Быстро накраситься можно всегда и везде. За это можно не переживать, для этого специальный навык не нужен. Просто некоторое количество косметических средств и включить фантазию. Я помню, у меня в детстве была подружка, когда мы учились, она на остановке перед занятиями красила ногти. Итак, мы хорошо припудриваем веки, чтобы у нас легли тени ровно. Отлично, что у нас есть еще? У меня есть вот такая вот небольшая палетка Urban Decay. Как основу я буду использовать вот такой вот сливочный цвет. Здесь я уже сама положила небольшой спонж, обычный стандартный, из любых теней, и на другой стороне кисточка. Итак, спонжем я наношу светлые тени на все верхнее веко, начиная от подвижного и заканчивая подбровным пространством. Наношу также эти светлые тени на внутренний угол глаза. Далее я собираюсь использовать тени серый и металлик. Я не собираюсь делать сегодня вечерний макияж, это будет больше дневной макияж. Как вы знаете, я не очень люблю выделять ярко глаза, и в основном я выделяю ярко губы. Я их делаю такими аппетитными, такими ягодными, и, в общем-то, это моя фишка, скажем так. Поэтому глаза я собираюсь сделать совсем прозрачные. Серые тени я наношу на полный контур верхнего века, то есть слегка-слегка затемняю линию верхних ресниц. И хорошо растушевываю чуть кверху. Те же самые серые тени я аккуратно наношу по нижнему краю. И вновь собираюсь использовать сливочные тени. И еще на самую середину подвижного века я наношу те же самые светлые тени. Румяна я собираюсь использовать от Кико. Светлые розовые, летние румяна. Называются они Pink Kiss Creme Blush. Наношу их пальчиками. Наношу на самые яблочки. Тушь я собираюсь использовать черную. От Lancome. Это новая тушь Doll Eyes. Кукольные глазки. Наношу тонкий слой туши. Как я уже и говорила, я очень люблю выделять ярко губы, чтобы они были такими сочными, аппетитными. Сейчас я собираюсь использовать помаду от Guerlain с вельветовым эффектом. Помада мне нравится не очень по качеству, об этом я расскажу в другой серии, но на час ее можно использовать. Собираюсь наносить ее пальцем, набираю помаду на палец и аккуратно просто постукиваю по губам. Не делаю четкого контура, чтобы губы выглядели действительно естественно, очень такими насыщенными, яркими и как будто бы слегка ветреными после мороза. Далее я собираюсь использовать такой темный смородиновый цвет
Тренд сезона зима 2013-2014 – это темные, насыщенные ягодные губы. Но на день мы их делать, конечно же, не будем, мы просто слегка их утрируем. Галочку над верхней губой я собираюсь прорисовывать белым карандашом. Обычный дневной макияж при помощи двух оттенков теней и помады, я думаю, удастся практически всем. Если есть желание, то можете разместить фотографии с результатами у меня ВКонтакте в группе. Там есть специальный альбом, где девочки размещают свои фотки. Так что welcome! И знаю точно, что сегодня будет много вопросов относительно лака для ногтей. Это моя новинка, последняя покупка. Я уже показывала эту косметику. Значит, я не успела показать лаки, поэтому эти лаки я сейчас публикую в Инстаграме. Можете заходить и смотреть. Это мой выбор на лето. Рада была вас всех видеть. До новых встреч. Пока.